Друзья, всем привет! Сегодня влог у меня начинается с Trader Joe, с закупки. Я приехала в Trader Joe, и тут, как всегда, паломничество, встать негде, очередь. В общем, сейчас поеду сразу в дальний ряд, потому что вначале точно не встану. Так, друзья, тут, как всегда, музыка, особо не поснимаешь. Ну, в общем, так, беру вот такой вот гранолу Машки, не знаю, будет, нет, вот такие вот яблочки взяла, классные яблочки, и посмотрите, какао, который я искала, органик. Так, я даже не знаю, что еще-то Машке такое взять. Так, ребят, взяла несколько гранол, сейчас покажу в машине, опять же, пока музыка не играет, быстренько поснимаю. Смотрите, еще овсянку она попросила, я вот не знаю, какую ей взять овсянку. Есть вот такая овсянка. Есть вот такая вот овсянка, глютен-фри. В общем, что я набрала, друзья? Взяла йогурты наши, которые дети едят, и папа ест. Тесто взяла, зачем я приехала. Вот такую овсянку взяла, и я пошла на кассу. Так, друзья, сейчас покажу вам, что я купила. Я купила вот столько теста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Йогурты, как всегда, берем. Трейдер Джоски. Здесь все вообще от Трейдер Джо. Как всегда в этом магазине. Вот такой, смотрите, классный мешочек с яблочками. Такой прям хороший, такие яблочки. Прям класс. Так, и взяла несколько всяких гранол Машки. Я в кофте, потому что на улице на самом деле очень жарко, 82, но в Трейдер Джо всегда холодно. Вот такой вот взяла с этим, с миндалем. Не знаю, вот понравится Маше, не понравится. Она просила Костко взять, но я вот сегодня проходила мимо и увидела вот в Trader Joe, у них же все от Trader Joe. И думаю, может быть, ей такие больше понравятся. Я в Костко еще не была, поэтому пока купила ей такие. Вот такую вот овсяночку. Там была еще какая-то тоже в такой же вот банке какого-то зеленого цвета. Ну, в общем, я не знаю просто, какие брать, я их не ем никакие. И я так, знаете, глазками. Мне понравилась упаковка, взяла, потому что я это не ем уже так вот примерно. Вижу, что Маша в своей тарелке сыпет. Вот примерно вот такую массу она и насыпает себе в тарелке. А так, вот такая вот какая-то. Тоже вот видите, с тыквенными семечками. Я так понимаю, там, да, с тыквенные семечки. В общем, вот такая вот. Так, дальше. Вот такая. Тоже вот, не знаю, какая понравится. Протеин. И, в общем, не знаю. Их, кстати, меньше всего было почему-то. Их разбирают. Это тоже с орешком, с арахисом. И, не знаю, как-то их меньше всего было. Думаю, наверное, хорошее надо брать. Так, и... А, овсянка. Овсянку взяла вот такую вот. Она тоже, видите, с тыквенными семечками внутри. И еще с какой-то фигней. Так, так, сис, драйт. О, они еще и с фруктами. А, тут еще и фрукты. Я надеюсь, она будет. Надеюсь, будет, ладно. Ну, попробуем заодно. Она, в принципе, их почти все ест. И имеет такое свойство доедать. Если даже что-то не нравится, она это будет доедать. Вот такой вот еще пакет овсянки взяла. Тоже, надеюсь, понравится обычная овсянка. В общем, вот такая вот закупочка. И вся эта закупочка мне обошлась в $63.34. Налог... Налога нет. Все самое необходимое. Налога нет. В общем, уже много раз говорили, что в штате Флорида налога на продукты, на основные нет. Ну, не считая всяких конфет, газировок, алкоголя. На это все есть небольшой. А вот на типа основные продукты, на это налога нет. Вот это вот все, можно сказать, основные продукты. Не затопчи, господи. Так, все, дети дома. Сейчас пойду Басю погуляю. У нас Маши нету. Я только зашла, Маша у нас сдавала на права. Иди сюда, Бася. В общем, Машка сдавала на права, сдала. Бася, не надо на машины. В общем, сдавала Машка сегодня на права, с папой ездила. Без взрослого, без родителей нельзя. Либо чтобы сестре и брату было 21. Лизе еще пока нет 21. Поэтому она сдавала с папой. В общем, они там что-то записали, я вставлю этот кусочек. Пойдем, Бася. Пойдем, Бася, пойдем. Бася, Маша пришла. Он, она. Басюндра побежал, побежал. Так, папа разговаривает. Подожди, Бася. Я тебя поздравляю.
знаменательный день в жизни каждого. Ну как, сложно было? Нет, вообще нет. Не сложно? Не сложно было? Да, это тебе не в России сдавать. Пойдем, Вася. Я погуляла, но он сделал только по маленькому. Милу нет, Маш, нет еще. Нет, нет. Я не успела, Маш. Ой. У тебя косичка прикольная. Кто тебя заплел? Ага. Так, у нас сегодня Мышаня сдает на права в DMV. Сейчас я это... уже оттуда мы закончили сфотографировать, теперь ждем просто, чтобы она приехала вот сюда. И сейчас у нее будет сдача. Это площадка здесь такая для сдачи. Ну, экзамен очень несложный. Так, у нас Маша сейчас дает на права. И у нее сейчас, то есть на самом деле, год назад она получила ученические права, не вертикальные. Она по ним ездила год, имела право ездить только с кем-то, не имела права ездить ночью. Сейчас вот она сдает уже на свои права, уже постоянно, и спустя год это происходит автоматически. Уже она не сдает никаких тестов устных, то есть на компьютере, а сдает только рот-тест. Вот, соответственно, вот такая история. Сейчас посмотрим. Сейчас вот она там все обсуждает вопросы с инструктором. Два инструктора здесь, женщина. И она, соответственно, вот включила поворотник. Не забыла. Молодец. Попросил не забывать. Показывает свои маневры сигналами. Вот. Ну, мне, честно говоря, я уверен. Она как бы достаточно уверенно, хорошо ездит у нас. Недавно мы с ней посвятили целые несколько дней, но один день прям так плотничком. Здесь основные, на самом деле, требования очень простые. Знак стоп, остановка. Разворот 3 поинта. Это для тех, кто будет сдавать, вдруг у кого дети будут сдавать. Разворот 3 поинта, это нужно будет ей заехать вот в конусы и выехать в обратную сторону, то есть развернуться на 180 градусов. Вот сейчас она как раз ровно это, ну, мне кажется, одно из самых для всех сложных упражнений, ну, относительно, особенно для новичков, потому что там надо правильно просто взять угол поворота. Ну, вот она берет его как раз, я ей предупреждал, что бери побольше, подальше, и направо начинай маневр, да. Ну, вот она начинает маневр, и сейчас будет заезжать в эти конусы. Делает все аккуратно, осторожно, немного она волнуется, она у нас человек такой, это, эмоциональный. Давай, проезжает машина. Ну, много маневров внутри, но в целом все хорошо. Предупреждал, что не делай внутри, не верти колесами, просто заезжай, все нормально помещаешься, все будет нормально. Ну, в целом, да. Сейчас единственная сложность, это нужно будет вывернуть в другую сторону. Вот, сейчас у нее будет выезд в другую сторону. Она на парковке это делала очень быстро уже, и даже я немножечко делал замечание с тем, чтобы она не делала поспешных маневров. Здесь много волнений, и, соответственно, получилось так, что она медленно заезжает. Ну, ничего, я сказал, что как бы чем ниже скорость, тем больше времени для принятия решений. И, соответственно, вот сейчас ей нужно будет задом выехать в обратную сторону. Я вот отсюда не вижу, как она там встала, но вроде как нормально, запас там есть. Я немножечко конусы сдвигал поуже, дабы на тренировке ей было немножко посложнее. Смотрите, какая машина. Тетушка приехала, просто вообще улет. Вот, ну сейчас посмотрим, сейчас она поедет в другую сторону. Я не вижу отсюда запас по расстоянию. А дальше будет разгон, отторможение. И, в принципе, вот это вот самое сложное упражнение на площадке. Это разворот 3 поинта между конусами для парковки. Но, учитывая то, что она еще достаточно такой небольшой запас оставила здесь вот возле конусов. Да, здесь у нее небольшой запас. Но ничего, помещается в другую сторону, да. Ну, короче говоря, нет, нормально. Нормально, она все делает аккуратно, осторожно.
вполне себе. Вот везде вроде все у нее там выходит нормуль. Везде помещается, все окей, знак стоп, это ключевой момент, потому что знаки стоп очень важны, на них особое внимание, надо остановиться и прям раз, два, три для себя посчитать. Это очень важно и для экзаменаторов, и, кстати, на дорогах для полиции, когда вы на дорогах общего пользования уже ездите. Вот. А еще вот на этой достаточно узкой дороге ей нужно будет на пятачке развернуться, они попросят. Развернуться там за сколько угодно, то есть сколько угодно может быть у вас маневров, как бы вы можете не в 3 поинта, а хоть в 10, но важно развернуться на этом пятачке. С одной стороны у вас газон, с другой стороны у вас вот этот вот забор, и, соответственно, такое упражнение. Но она тоже его отрабатывает, все достаточно уверенно, все достаточно хорошо. Сейчас, мне кажется, единственное, что волнение много переживает, а так-то, в принципе, я спокойно понимаю. Вот она сейчас будет делать этот вот разворот на достаточно, там достаточно узкий участок дороги. Так, вот я и учил, что не начиная движение, пока полностью колеса не вывернешь, да. Молодец, все делает как учили, как по учебнику. Молодец, хорошо делает. Я сказал, что не делая движения, то есть не начиная движение, пока полностью колеса не вырежешь, таким образом ты сократишь себе расстояние для разворота. Я на самом деле даже видоискатель не смотрю, смотрю на нее, потому что я девчонок, да в принципе всех, и мальчишек, и девчонок и на велосипедах обучал, и на машинах они у меня все учились. У меня, я немного строго и немножко жестко отношусь, потому что, согласитесь, все-таки это момент того, что это их будущая безопасность, и я не могу позволить поблажкам, как бы своим, что ой, все хорошо, дать им потом каких-то личных ошибок. Поэтому чем жестче я отношусь при обучении, тем легче им потом будет. Вот. Ну, у Маши волнения много. Машина, кстати, очень большая. Это Honda Pilot, и это достаточно большая машина. Тоже тут момент такой, можно было что-то поменьше брать, но я все-таки решил в этой связи, что пускай учится на больших машинах, Америка с большими дорогами, страна с большими, как бы здесь везде много места, не считая там крупных городов типа Нью-Йорка и так далее. А остальное, здесь большие машины, пускай привыкают девочки к большим машинам, то есть это всегда удобно, и большая машина более безопасна, все равно больше возможностей, видно на дороге и так далее. Вот назад она проехалась. Там причем немножечко получается под радиусом вот это вот назад движение. И, соответственно, это движение под радиусом, оно достаточно сложно тоже держать. То есть надо смотреть за правым боком, чтобы двигаться назад. И единственное, Маша как бы разболталась с инструктором. А инструктор такая женщина-болтушка, такая да-да-да-да-да. И Маша, и в общем, у них там много. Вот. Ну вот, молодец. Я сказал, что тут до этого сдавал мужчина, и он так чуточку нажал, но чуть-чуть. Нет, он сдал по-любому. А... Давай, уверенно, достаточно, везде езжай. Ну, в общем, то она совсем к знаку стоп, к стоп-линии близко подъезжала, я ей ругал, что ты очень близко подъезжаешь к стоп-линии, то здесь совсем как бы получается, что нифига она не доехала даже до стоп-линии, но лучше перебдеть тут, это и на дороге так, что лучше перебдеть. Ну, в принципе, все, вот она сейчас совершает круговое, вот это вот круговое движение, и это будет выезд уже с зоны сдачи экзамена. Ну, на мой взгляд, она сдала. Хоть и много волнения, но она сдала, то есть конусы нигде не задеты, задом двигалась нормально, разворот совершила, то есть нигде ничего не задела. Я вообще после, вот у нас с ней был тут целый выходной день практически, мы с ней очень долго стояли на жаре, в общем, ездили туда-сюда. И как бы, ну, я с уверенностью сказал, что все, ты точно сдашь, то есть очень уверенно, без проблем, можно ехать и все сдавать. Единственное, зачем-то включила дальний свет, видимо, нажала случайно.
А так все окей. Мне кажется, что экзамен ее сдан, и теперь она может ездить самостоятельно по дорогам общего пользования. Welcome, новый водитель у нас. Ну, сейчас, я надеюсь, мы вспомним, что надо включить поворотник. То, что мы собираемся совершить маневр. Но поворотника я пока не вижу. Ну, я его и не увидел. А, очень много болтает, сидит там, и поэтому забыла про поворотник. Вот для меня вот уже все. Вот уже проблема. Но вот здесь она теперь, да, включила. А вот там при выезде она его забыла, потому что два знака стоп, два события, которые нужно было запомнить, и, соответственно, она таким образом про поворотничек-то и забыла. Молодец. Надеюсь, она не встала, не сейчас у нас на инвалидное место. Ну и здесь она накосячила, она не запарковалась нормально. Короче говоря, вот как-то так. В конце накосячила уже все косяки, которые можно было сделать, она наделала. Ну, это вот у нас любимое повертеть колесами на парковке. Угу. Нафиг, блин. Сам сначала волнуешься за себя, потом за детей за всех волнуешься. Вообще тяжело будет родителям. А еще тяжелее будет родителям пятерых детей, потому что, ну, конечно, это капец. За каждого надо попереживать. Уже хочется просто отдыхать, но, как говорится, маленькие детки, маленькие бедки, да? А потом уже дороги, а потом уже какие-то еще. То есть то пописил, покакал, то что-нибудь посерьезней. Короче, вот так. Ну вот, сегодня вот так у нас экзамен. У нас уже вечер, и дети попросили лапшу. Залила. Я половинку пакетика сюда высыпаю, а то для детей это остро получается. Специи, которые там внутри. И, в общем, 3 минутки. Сейчас, 3 минутки. Готово? Нет, еще 3 минутки. Говорю, подожди. Так, ждем лапшу. По прыгушке. Ой, осторожно, пожалуйста, да. Да, хорошо. Кать, высохла, давай завяжу волосы. Еще мокрые? Чуть-чуть мокрые. Хорошо, тогда сохни. Диван этот что только не пережил. Его, конечно же, просто на выброс. Но история у него довольно, да, довольно интересная. Все, Лаврушка, хватит уже все мозги перетряс себе. Мария Марьяна. Побегушки. Да подожди, Лавра, она еще не готова, подожди. Лиза, где она? Вон там дверь хлопнула, Лиза, наверное. А? Лиза, наверное, пришла. Лиза. Господи, Лавра уже... Да, Лиза пришла. Иди, Лёва, отвези, пожалуйста. Так еще рано. Ты же еще рано. Так. Да, сейчас будет готов. Такие? Что? Лавр, сейчас будет готов. Еще раз, может, через овсянка, да, две овсянки, вот эти вот две, остальные гранолы. Да готово, пойдем кушать, пойдем. Здесь овсянка. Я не знаю, Маш, это ты больше спец, да. Ну, попробуй какую-нибудь хотя бы. Салатик себе уже забабенила. Ты в любом случае все пробуй. Мне кажется, надо будет их все открывать и все пробовать. То есть не одну доедать. А, ты все открыла уже? Не одну пытаться доесть, а вот прям все подряд. Открывать и пробовать. И так какой-нибудь оставишь. Ну-ка, покажи. Угу. Ну как? А ты еще не пробовала? Ты просто открыла, но не пробовала, да? Мне чем нравятся такие, они как хлопья еще тоже, то есть не обязательно салат готовить. Угу. Просто с молоком можно? Не, просто есть бывают прям маленькие, которые, типа, знаешь, нельзя просто так с молоком, ложка там, типа, знаешь, крупа просто. Ну, да. Они, видишь, они крупные, они большие. Угу. Нормально? Угу. Они, наверное, с медом? Да. Да? Сладенькие такие, да? А там всегда одинаковые, там мёд, орехи. В общем, попробуешь, какие понравятся уже, такие будем брать. Если понравится с Trader Joe's, что у меня фокус пропадает все время. Не знаю, что... А? Нет. Первый раз мы там взяли. Я что-то мимо прохожу, их там так много, это я взяла прям вот чуть-чуть.
Ну так, попробовать. Магазин такой, там всякие. Трейдер Джоуз? Я там тесто беру. И йогурты ваши. Вот все ваши йогурты, они оттуда, да. Чего мило. Милка, представляете, сама себя закрыла в Левиной комнате. Бесит. Ну что забежал? Я слышу, джик-джик. Я так, ну как ты? И сижу в телефоне. Она просит обратно. Да, вот я слышу, джик-джик. Посмотрим. Ну ка фу. Ну молча. Фу так фу, да. Подожди, а что ее нет? Она же только что бесилась. Ага. Она сама себя, главное, закрыла там у Левика. Левка пришел с борьбы, пошел в душ, его нету. А это осталось там и сама себя закрыла. Доби. У нас релакс, у нас уже совсем поздно. Я включила коту грелку, чтобы грелся. Мы сегодня как-то ночью жарковато, я сегодня окна не открываю. Сегодня кондиционер у нас работает. Да что такое-то, мило. Бесишка какая-то вечер. Ага, вечер, я прям смотрю, она прям вся издышалась. Мило. Господи. Ой, только без гавканья, ладно? Все, ложись давай, спать пора. А, мы по очереди. Да, сейчас вызовем. Девчонки тоже засыпают уже. Басюн дрой одели. Упс. Постирала ему кофточку. Милка, девчонки собрались в Инстаграм смотреть. Ладно, все, вам споки-споки. Милка, пойдем с нами. Пойдем. Друзья, в конце влога вам милоту рождественскую, новогоднюю. Все, друзья, всем пока-пока. И как всегда, до завтра. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe.